Так, еще подрисую лепестки, и будет готово. Так. Хоп, красота. Привет, сестренка. О, привет, сестренка. Как дела? Что делаешь? Да хорошо. Вот сижу и рисую. Вау, прикольно. А что это будет? А, да это я розу хотела нарисовать. Вот я решила розовым нарисовать ее. Как красиво получилось. Ну да, круто. Спасибо, спасибо. Осталось только еще чуть-чуть лепестки подрисовать. И будет готово. Хоп. Здорово. Слушай, я тут это... Помнишь, мы с тобой хотели записаться в какое-то творческое заведение? Ну да, помню. И что? Так вот, в общем, я тут посмотрела в интернете, и оказывается, у нас в Москве есть школа искусства. Правда? Ну да, это, в общем, такая творческая школа. Там не только рисуют, но еще и там создание из глины каких-нибудь фигурок. В общем, там очень много различных видов искусства, но самый популярный вид искусства в этой школе – это рисование картин. Так вот, я так подумала и решила, почему бы нам туда не записаться. Ты как? Ну а что, хорошая идея. Ну да, согласна. Я там посмотрела фотки, очень красивая школа. А внутри, ну просто супер. Ну я так подумала, ну и в общем решила, почему бы и нет, и решила нас туда записать. Ты не против? Ну нет, конечно. Тем более школа искусств — это здорово. Я, правда, никогда не была в этой школе, но думаю, что там должно быть круто. Я тоже так думаю. Ну хорошо, а когда нам надо приходить туда? В общем, для начала, когда ученик приходит в эту школу в первый раз, для начала там проходит собеседование, и педагог должен посмотреть, на что ученик способен. Но у нас тоже будет проходить такая схема, такое как небольшое собеседование. Вот, ну и в общем, я записалась на собеседование в этой школе искусства на 12 часов дня. А, ну хорошо. Да, ну я, в общем, записала нас на сегодня, поэтому еще чуть-чуть нам надо будет с тобой собираться. Через полчаса нам надо уже быть там. Так что ты сразу не сказала, надо уже сейчас собираться. Ну да, вот и я про это, так что давай-ка, может быть, начнем? Ну да, давай, не то, не будет хорошо, если мы опоздаем. Ну да, согласна, сейчас пойду обуюсь. Через несколько минут. Так, ну что, я вроде бы готова. Сестренка, ты готова? Да, я тоже уже готова. Ну что, можем тогда уже идти? Ну да, давай. Так, ну все, мы пошли. Пока, Черныш, мы скоро пойдем. Так, ну что, пошли. Ага, пошли. Уже так не терпится посмотреть на эту школу искусства. Сестренка, а ты уверена, что мы движемся в правильном направлении? Ну да, конечно, эта школа искусства через цветной парк находится. А, понятно. Ух, а тут уже как-то темновато. Фух, ну да, согласна. Ну, ничего, это же цветной парк. Ага, ничего страшного. Так, ну что, ну вот она, та самая школа искусства. Ух ты, ну надо же. Школа искусства. Ух ты, ну надо же, как интересно. Да, действительно красивая школа. Вся беленькая такая, чистенькая, аккуратненькая. Ух, уже не терпится зайти туда внутрь. Ага, согласна, и вывеска такая красивая. Ну да. Так, подожди, а с какой там стороны вход? А, вот сюда, иди прямо, а там и двери будут. Ага, хорошо, окей. Вау! Ну надо же! Как тут круто! Ну да, действительно классно. О, смотри, там зеркало есть. Вау, прикольно. Слушай, а я ничего так сегодня выгляжу. Красотка. Ты у меня, сестренка, всегда красотка. Ну и я тоже красавица. О, надо же, какие тут стульчики удобные. Присядем? Ну да, давай присядем. О, хорошо. Стенка, ты тоже садись. Хорошо. Ой, действительно так мягенько. Ну да, что-что, а кресла у них точно хорошие. О, полностью с тобой согласна.
Слушай, а что нам делать? Ну, для начала собеседование еще не началось. Сейчас просто в кабинете. Она, наверное, сейчас принимает следующую. А мы, в общем, следующее будем. Ага, хорошо. Ну, тогда подождем. Ну да, подождем. Смотри, кажется, там кто-то плачет. Ага. И я, между прочим, хорошо рисую по сравнению с этим... По сравнению с этими ужасными картинами. До свидания. И больше я в вашу школу не вернусь. Эй, извините. А? Почему вы плачете? Что случилось? Я была на собеседовании у этой... Даже не знаю. В общем, я была на собеседовании, и ей, видите ли, не понравилась моя картина. Она сказала, что я не очень хорошо рисую и не очень гладко обращаюсь с кисточкой, видите ли. Фу, не вернусь больше сюда. И, кстати, вы что, тоже пришли на собеседование? Ну да, говорят, что здесь очень хорошая школа, здесь хорошо учат. А, вот как, не ведитесь на это все неправда. О, а я пошла. Рекомендую вам просто взять и не тратить свое время зря в этой ужасной школе. Ну и дела. Ага, слушай, может быть мы не пойдем лучше на это собеседование? Нинду, посмотри, какая она расстроенная вышла. Ну, я даже не знаю, может, записались, как-то неудобно. Ну, давай, может быть, все-таки зайдем? Ну, ладно, давай. Все-таки записались уже. Следующий. Это кажется нам. Идем. Сестренка, пошли. А, сейчас иду. Ой, секундочку. Подожди меня. Извините, можно войти? Да, входите. Ага, хорошо. Сестренка, давай сходи. Ага, сейчас иду. Ну, здравствуйте. 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 Проходите, проходите. Песня Брежневой. Обожаю ее. А, хорошо. Ну что, мы готовы к собеседованию? Да, готовы. Ну что ж. Здравствуйте, девочки. Меня зовут Ангелина Витальевна. И я... Главная преподавательница в школе искусства. Я очень рада, что вы пришли посетить мою школу. Я очень тронута. Спасибо вам за это большое. Да не за что. Итак, для начала, девочки, я бы хотела начать с достижений нашей школы. Нашей школе искусства уже 10 лет. Можно сказать, круглая дата. Поздравляю. Thank you very much, спасибо. Итак, также в моем кабинете висят 3 замечательные картины. Ну вот, обратите внимание на эти замечательные работы, которые висят над вашими головами. Встаньте и посмотрите. Вау, необычно. Спасибо. Эти прекрасные работы были написаны нашими лучшими выпускниками нашей школы. Им, конечно, уже 2 года, но тем не менее они по-прежнему висят в моем кабинете. Они сделаны в разных стилях. Вот, например, это натюрморт, как вы понимаете. Эта картина, связанная с авангардом, очень необычна. Эта картина тоже авангард в том же самом стиле. Ну как,
Что вы скажете по поводу этих картин? Нравится? Ну, да, очень красивые картины. Особенно вот этот вот пейзаж. Вот этот вот очень красивый. Угу, пейзаж, значит. А вам какая больше картина понравилась? Ну, мне больше всего, наверное, вот эта вот понравилась. Необычная такая. Ага, что ж. А у меня эти картины все любимые. Ну, хорошо. Ну что ж, девочки, я представилась, а теперь вы мне скажите свое имя. Просто очень много желающих были записаны на собеседование в нашей школе искусства. Девочки, вы кто, простите? Мы двойняшки, две сестренки. Я Суит, а я Свек. Ага, Свек, Суит, что-то припоминаю. А как ваша фамилия, простите? Мы Светины. Да, Светины. Так, хорошо. А откуда вы поехали? Мы из Волгограда. Ох, две волгоградские девочки, какая прелесть. Ну что ж, хорошо. Итак, начнем наше собеседование. Ну что ж, и для начала начнем тест. Тест? Да, тест. Не переживайте, не такой тест, как в математике, нет. У нас будет художественный тест. Сейчас я вам принесу материалы, и вы все поймете. Ну, хорошо. Ну, как она тебе? Ну, пока даже не знаю. Но она серьезная такая, видно, дисциплинированная. Ну да, согласна. Так, ну что, девочки. Ой, простите, пожалуйста, ломки. Итак, вот, девочки, пожалуйста, ваши мольберты. Итак, сейчас мы начнем с вами творческий тест. Вот ваши мольберты, пожалуйста. Итак, сейчас вам принесу листы. Итак, ну что ж, вот палитры, краски и кисточки. Итак, сейчас, девочки, мы с вами проведем тест. Вы попробуйте нарисовать все, что захотите на этих прекрасных, замечательных мольбертиках. Итак, при помощи вот этих вот материалов. Надеюсь, что у вас получится. Ну что ж, удачи! Время у вас ограничено. Извиняюсь, это не мои правила, это так придумал директор. Это ее решение. Вот. Итак, время у вас ограничено, всего-то 1 час. Поэтому, ну, надеюсь, что за 1 час вы должны справиться. Итак, удачи, девочки. Вот, устраивайтесь, я вам мешать не буду. Заодно посмотрим, на что вы способны. Ну, хорошо. Ну что, сестренка, за работу? За работу. Поехали. Через полчаса. Так. Хоп. Так. Хоп. Ну, уже получается неплохо. Красота. Так, девочки, ну что, как у вас тут получается? Ну-ка. О, как необычно. Что-то у вас будет? Это цветок. Ух ты, очень красиво. Так, а что там у Свек? Ух ты, надо же, тоже цветок, какая прелесть. Спасибо, стараюсь. Ну что ж, девочки, время истекает, осталось еще немного минут, поэтому давайте-ка немножечко поторапливайтесь. Хорошо. А нам совсем чуть-чуть осталось. Мне вот немножко стебелечки надо докрасить. Да, а мне немножечко вот подкрасить серединку. Ну что ж, хорошо. Извините, я секундочку, мне просто директор вызывает. Хорошо. Ну, у меня готово. Сестренка, у тебя как дела с творчеством? Ух, ну, у меня тоже готово. Так, ну что, девочки, я здесь. Ну, как тут у вас? Ну, можете смотреть.
Та-дам! Так, посмотрим на работу Суиц. Вау! Надо же, это... Это ужасно! Что? Это не то чтобы ужасно, это просто отвратительно. Мерзость какая! Но... Это какой-то ужас. Эта картина недопустима на выставку. Но я же старалась. Расслабься, я шучу. Это такой у меня профессиональный юмор. Ну что ж, картина очень красивая. Ты большая молодец. Умница. Это просто прекрасная картина. Ты только пришла в нашу школу, а уже такую красоту нарисовала. Умница. Умница. Спасибо. Фух, а я думала, вы уже правду сказали, что это отвратительно. Ну ты что, как же я могу за такую красоту сказать, что это отвратительно? Так, а что там у Свек? Презентуй свою работу. Сейчас, минутку. Ну, вот моя работа. Ну-ка. Ух ты! Очень-очень красиво. Ты большая молодец. Слушайте, девочки, ну... Супер. Очень-очень красивая картина. А почему... А вы что, друг у друга идеи украли? Нет, вы неправильно поняли. Понимаете, так как мы с сестренкой... Так как мы две сестры, мы решили нарисовать два цветка. Я решила нарисовать солнечный цветок. А я решила нарисовать лунный цветок. Понимаете, эти два цветка, это как я и моя сестренка. Это как я солнце, а я луна. И эти два цветка, они символизируют нас с сестренкой. О, Господи, как мило. Ох, простите, просто я подумала, что вы друг у друга идеи украли. Ну что ж, девочки, подведем итоги. Ну что ж, я ожидала, что вы такие простые девочки пойдете в нашу школу и нарисуете какую-то размазню. Но нет, вы обе очень талантливые, обе очень способные, и у вас обеих отличные навыки к рисованию. Вы большие молодцы. Хочу вас похвалить. Ну что ж, и я вас принимаю в нашу школу. Правда? Ну конечно. Итак... Поздравляю, вы приняты в нашу школу искусства. Таких прекрасных девочек нам как раз-таки и надо брать в нашу чудесную школу. Но в нашу школу мы берем только талантливых. И только самых-самых-самых талантливых. Ну что ж, девочки, а вы как раз-таки очень талантливые. Хвалю, молодцы. Ура, спасибо! Ура! Спасибо вам, Ангелина Витальевна! Ура! Ну все, девочки, поаккуратнее, то задушите. Спасибо вам, Ангелина Витальевна, вы супер! Да, спасибо вам. Ох, да не за что. Итак, завтра в нашей школе со вторника начинаются занятия. Так вот, к 8 утра приходите. Как раз у нас с 8 утра начинаются рисования, вот. Так что к 8 приходите. Хорошо, спасибо, до свидания. Да, спасибо, до свидания. До свидания, девочки, до свидания. На следующий день. О! Ага, большое спасибо, Верочка. Не за что. Слушайте, а кто эти прекрасные картины рисовал? Ах, это две мои очень хорошие ученицы нарисовали. Правда, прелесть? Ну да, очень красивые. До свидания. До свидания. Ох, какие же они все-таки талантливые. Слушай, классная у нас учительница. Ага, согласна. Слушай, надо быстрее бежать, не то опоздаем. О, точно, не то занятия без нас начнутся. Побежали. Ага, побежали. Вот так закончилась эта история. Девочки попали в хорошую школу искусств, где их очень хорошо оценили. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.